Благодарю. Спасибо.
Очень рад еще раз увидеть ваши лица. Приятно видеть ваши улыбки. С праздником, дорогие друзья! Будьте благословенны, да укрепятся силы ваши на пути непростом, но истинным. Пусть счастье прибудет в вашем сердце все больше. А ваши улыбки разгоняют тучи. Как в этот день вы можете наблюдать? Вы улыбаетесь, и тучи прочь. Вы радуетесь, и скорби места нет. Учитесь радоваться. Учитесь быть счастливыми. Сосуд ценен только тем, что изливается из него, а не тем, как он украшен. Много украшать поверхностно вы научились. Неплохо. Но будет много лучше, если вы научитесь наполнять всякий сосуд, с которым встречаетесь, делясь своим содержимым. Делитесь радостью, делитесь добром. Пусть его еще не так много. Пусть не всегда радостно удается встретить новые трудности. И часто слабости дают о себе знать. Преодолевайте эти слабости. Это то, что вам нужно. Трудности, которые встречаются на пути. Если вы их встречаете, и они способны вызвать у вас что-то недостойное верующего человека, значит, эти трудности вам еще нужны. Они нужны. Ибо только непосредственно преодолевая трудности, вы становитесь сильнее. И прежде всего трудности, еще раз подчеркиваю, способные родить у вас недостойные желания. И вам нужно уметь побеждать себя. Учитесь. И добавлю немаловажное. Торопитесь учиться жить праведно. Теперь уже торопитесь. А я лишь буду вечно желать
вам удачи, счастья, побед, но они зависят от вас, только от вас. Не теряйте главное, что уже нашли. Будьте внимательны и бдительны. Торопитесь. С праздником, дорогие мои друзья, дорогие сердцу, дети Божии. Радости вам, счастья вам. Празднуйте, веселитесь, умножайте радость и несите ее дальше, щедро делясь со всеми, с кем встретитесь, доброй радостью. С праздником. Спасибо. Тебя с праздником.
Множество огней, как множество звезд. Вы как маленькая вселенная сейчас, как образ, символ о том, что вселенная будет домом детей Бога. Вам облагораживать этот дом, облагораживать вечно. Горящие огоньки, которую вы пока держите в руках, но которые все больше будут гореть в вашем сердце, вы понесете дальше. Границы этой земли не удержат вас. И однажды наступит начало великому созиданию, ради смысла которого и был создан человек. Позволить огоньку горячему зажечься в своем сердце. Это великая задача, единственная, чтобы по достоинству проявить в себе ценности
которыми наделяет человека Бог. Отец, Отец ваш, велика трудность на таком пути, где много желающих задуть огонек, желающих по слабости своей. Но которые тоже нуждаются в том, чтобы огонек загорелся и в их сердце. По неведению своему вы нередко топчете друг друга. Но это то, что должно уйти навсегда. Уйти из вашей жизни. И труд великий надо исполнить. Тот труд, на зов исполнения которого вы откликнулись. Теперь вам надо сделать этот труд. Надо сделать эту работу, очень непростую. Вы убедились на опыте своем, что это действительно очень непростой труд. И его надо сделать. Время движется своим чередом и не ждет вас, и не спрашивает вас, насколько готовы вы к тому или иному обстоятельству, которое Земля-Мать дает вам, живя своей жизнью. Отличной от вашей, но тесно связанной. Сегодня мне нужно было упомянуть нечто, о чем, надеюсь, вы задумаетесь. Встрепенетесь, активнее станете думать в том направлении, в котором требуется для человека, устремленного к свету, для человека, действительно желающего сделать что-то очень важное и по-настоящему правильное. Я упомянул вам, торопитесь. И еще раз повторю, торопитесь. Теперь уже надо поспешить. Вы многое откладывали на потом. Ко многому относились нерадиво. Сознательно допускали отклонения, активно находя себе оправдания, избегая тех обстоятельств, которые могли бы открыть вам глаза на то, что вы делаете, но вы избегаете этих вопросов. А река времени течет, и ее не интересует ваше намерение. Ответственность с течением времени изменяется также безвозвратно.
Однажды вы говорили, мы готовы. Потом нужно будет спросить с вас. Торопитесь. Начинаются времена, когда многие итоги нужно будет начать подводить. И они уже начали подводиться. Учитесь жить праведно. Активнее вспоминайте, что было сказано. Проявите большее усердство в исполнении. Слишком велика цена у всего происходящего. Слишком велика ответственность возлегла на плечи тех, кто оказался в состоянии ко времени этому увидеть истину, и чье сердце откликнулось. Но ведь нельзя в одну и ту же воду текущей реки наступить дважды. Время течет. Если что-то, кто мог увидеть важное предложение однажды, но не обратил внимания, второй раз предложение это он уже может не встретить никогда. Не все вам можно дать дважды, и тем более раз. Далеко не все. Не всегда можно предоставить испытание вам дважды, которое способно круто изменить вашу судьбу и позволить вам обрести великие духовные ценности. Можно дважды или трижды споткнуться о камень на улице, а то и больше раз. Для этого достаточно небольшой нерадивости, невнимательности. Но такой камень мало решает что-то в вашей жизни. Разве что ушибленную голову. Это ничто. Будьте бдительны. Не случайное испытание в вашей жизни. Если они появились на вашем пути и послужили соблазном тому, что в вашей голове стали рождаться дурно пахнущие идеи и мысли, эти испытания не случайны. Ведь они вскрыли ваше естество. Это не испытания принесли вам мысли. Испытания задели кнопочки. И у вас вскрылось это содержимое. Оно ваше. И вот в этом случае, когда вы позволяете себе такое, то есть таким мыслям проявляться в голове и начинаете на них опираться, хочется спросить, где же вы, ратники, в руках которых цветы? Однажды я упоминал такой термин давно-давно.
И сейчас нередко хочется спросить. И очень желаю, что праздником этим, как очередным символом жизни вашей, вы сможете воспользоваться в качестве знака, когда надо пробуждаться. Именно пробуждаться пора. Это ко многим относится. Долгое время жизни, которую вы ведете, при том ритме, как это все происходит, задремать не мудрено. Пробуждайтесь, друзья. Пора активней трудиться. От вас так много зависит. Будьте же достойными детьми отца своего, давшего вам жизнь, позволившего сложиться путем так, чтобы вы появились здесь, но не покушающегося на ваш выбор. Выбор за вами, вы свободны. Вы могучие и свободные. Величие могущества своего, Богом вам данного, вам нужно открыть в себе, убрать лишнее и начать любить друг друга, и мир, в котором живете вы так, как вы призваны это делать, и для чего вы имеете все необходимое. Не ленитесь. Учитесь чувствовать величие ответственности на плечах своих. Я понимаю, века научили вас великой беспечности. Вы во многом привыкли не думать о главном. И лишь развлекаться рассуждениями о чем-то великом, как некой игрой, через которую хотели бы время от времени подчеркнуть свою значимость. Но это все было игрой. А нужно по-настоящему. Если уж говорите о великом, так почувствуйте ответственность, ложащую на ваших плечах. Учитесь принимать свои решения. Учитесь думать. И не зависеть от мнения окружающих. Вы должны уметь слушать их. Вы должны уметь взвешивать сказанное ими. Но вы отвечаете за свои собственные шаги. И с вас спросится за ваши собственные решения. За то, что вы предприняли сделать. И где никого не будет интересовать ваше оправдание о том, что кто-то вам что-то нашептал, кто-то вам что-то наговорил. Вы должны перестать быть серой массой, что было всегда удобно в течение многих веков. Ведь в такой большой массе мало за что отвечаешь. Главное двигаться в большой этой массе. Стопчется что-то, ну и ладно, мы не видели, впереди были другие. Из-за них не видно было. Всегда есть кого обвинить. Вы масса. Но вы не единые. Когда вы будете той массой,
о которой можно сказать, что вы едины, вы будете как один организм. И эта масса не пойдет вслепую куда-то. И каждый из вас будет видеть все, что впереди творится. Все, что творится вокруг. Хотя ваши глаза, казалось бы, не могут увидеть через спины ближних. Увидеть то, что происходит за ними далее. Но вы будете видеть. Вот к этому единству нужно прийти. А это вы уже знаете. Доверие. Доверие друг другу. И где вы не осудите друг друга за дела, которые творит ваш ближний. Где вы не позволите себе обидеться этой мерзкой пакости, поселиться в сердце своем. Пакости, от которой гниет ваше существо и естество. А этого много. Надо уметь опомниться. Не позволить себе такое по отношению своих ближних. Ведь ближнее сделает в отношении вас именно то, что вам нужно. Именно то, что вы ищете. Они не смогут сделать другое. Вы будете именно с теми рядом, кто вам нужен. И ближний вам принесет то, что вам нужно. Сумеете правильно принять, обретете других ближних с другими ценностями, до которых вы либо подниметесь, либо опуститесь. Ну и не забывайте и то, что я говорил сегодня о другом еще. Ваша улыбка. Улыбка, способная разгонять тучи. Не просто улыбнуться по-доброму в ситуации сложной, болезненной, но все же ищите свет. Когда ищете взглядом свет, чаще будет возможность у вас проявляться, когда вы улыбнетесь. Только ищущий радости, ищущий доброе, чаще способен будет улыбнуться. Не иначе. А верующий — это тот, кто верит в хорошее. Если он верит Богу, то Отец — воплощение, сам идеал всего хорошего. И если верите в хорошее, это значит, вы верите в Божие. Если пытаетесь верить в Божие, значит, вы должны понимать, вы должны верить в хорошее. Вы должны верить в любовь. Доброе. Надо искать это доброе в друг друге. Оно есть. Но вы порой сами мешаете этому доброму в ближних проявиться. Потому что ищете другое. И ближний не умеет справиться порою. И дает вам то, что вы ищете. И вам становится грустно. Но ведь вы сами это искали. И ближний не мог вам отказать. Потому что это закон. Его не обмануть. Можно проявить какую-то выдержку и сделать вид, что вы отвечаете улыбкой. Но чувственно сразу будет видеться, нет, этой улыбки нет.
Так что ищите доброе. Вы же верующие. Умножьте многократно сейчас свой поиск. Встрепенитесь. Ищите доброе. И начните нормально улыбаться. Чаще улыбаться. Больше радоваться. Помогите друг другу. Не кисните в беспокойствах ненужных, в бесконечных неудовольствиях, в бесконечном ворчании о том, что кто-то все не так делает. Что вы все на друг друга смотрите? Вы по-прежнему, не вняв заповедям тысячелетних давностей, делаете грубые ошибки. Вы ищете сарину в глазах ближних, хотя ваши глаза заполнены мусором куда большим и грязным. Но вам хочется у других увидеть гадости. Как же это недостойно верующего. Это недостойно вообще нормального человека. Если вы хотите быть достойными детьми Бога, присмотритесь к себе. Перестаньте критиковать. И начните прежде себя. Действуйте, как и должно действовать верующему, устремленному к свету, чаду Божьему. Улыбайтесь, друзья. Не торопитесь выглядеть умными. Умное выражение лица, как сказал некий герой кинофильма, не есть признак ума. Много трагедий случилось с таким выражением лица. Надо улыбаться. Шутите, улыбайтесь. Учитесь быть легкими. Это поможет вам летать. А то вы ходите как плуг. За вами только борозда остается. Где все повыворочено, порвано. Вот так и улыбайтесь. Умейте пошутить над своими. Еще раз желаю радости вам, счастья. Не забывайте главное свое призвание. Ведь вы избранные, вы пришли. Хотя званых было больше. Не уменьшитесь в количестве своем, исполняя главное. Будьте благословенны. И да будет любовь на устах и в руках ваших. Счастья вам. До встречи. Благодарим. Спасибо. Спасибо.